ты слишком предвзято относишься к этой моей новой секретарше. Да, она молода и неопытна, да, она красива. Но я взял ее для того, чтобы она делала чай и кофе, когда я веду переговоры с клиентами, и не более того. И все-таки, мне кажется, она пытается тебя соблазнить. Леночка, будьте добры, два кофе. Я понимаю твою ревность, но я тебе уверяю, на самом деле ничего нет. Не более того.